Приветствую всех на нашем канале. Для сегодняшнего блюда я подготовила овощи. У меня баклажаны, лук, морковь, болгарский перец сладкий, помидоры, чеснок, морковь я уже говорила, и свежая зелень. Все я заранее нарежу примерно одинаковым размером. Можно крупно, можно мелко. Это кому как нравится. У меня нарезка вот такого вот среднего размера. Теперь можно начинать готовить. Добавляю в жаровню 3 столовые ложки растительного масла и нарезанный лук. И еще воды 50 миллилитров. Готовлю минуты 3 до мягкости лука. Теперь добавляю морковь и готовлю также еще минуты 3 до мягкости морковки. 3-5 минут. Готовлю под закрытой крышкой. Овощи стали достаточно мягкими. Теперь добавляю баклажаны. И продолжаю готовить на небольшом нагреве под закрытой крышкой. По необходимости, если сковороде становится сухо, можно добавлять понемногу жидкости, воды. Миллилитров 50 за один раз, не более. Прошло минут 10, баклажаны уменьшились в объеме. Теперь добавляю сюда болгарский перец и помидоры. Хорошо перемешиваю и продолжаю готовить дальше, также под закрытой крышкой. Через 5-7 минут солю по вкусу, перчу, добавляю чеснок измельченный, все перемешиваю, готовлю под крышкой еще пару минут. Осталось посыпать зеленью. Выключить и дать настояться под крышкой минут 5. И затем уже можно будет подавать. Очень вкусное рагу. Просто готовится и очень полезное. Рагу из баклажанов готово. Такую рагу можно есть и в холодном, и в горячем виде, и в любое время дня. И на ужин, и на завтрак, и на обед. Энергетическая ценность такого блюда на 100 грамм 43 килокалории. Более чем отлично. С добавлением каких-либо белков, птицы, рыбы или яйца, будет отличное блюдо для тех, кто похудеет, да и вообще для здорового питания. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Удачи всем в борьбе с лишним весом. Желаю всем мира и добра.